продолжаем себе представляем вам двухраундовый бой в полусреднем весе. Из красной угол ринга добро пожаловать боец из Азербайджана Тохи Мусаев! Чемпионата мира по панкратиону, представляющий сборную мира из Азербайджана Тохи Мусаев! И его соперник синему углу, бойцу 19 лет, росту 79 сантиметров, вес 77,15 килограмм. Это профессиональный дебют по смешанным единоборствам. Но он является чемпионом мира по камбо карате и чемпионом мира по любительскому ММА. Дамы и господа из Афганистана, Мусинбе Услима! Карта, где карта? Одна уже приехала. Одна карта приехала, здесь ни одну не оставили. Я-то поставил другую, нашел какую-то там, в коробке. В том чемодане. Ты поставил? Да, поставил. А ты форматировал? Да. Форматировал? Да, еще одна, она не забьется. А то что же я здесь смотрю, все пустые они. Генерал-майор Нариман Казимагомедов. Thank you.
расстановке боя. 1 минута и 3 секунды первого раунда. Техническим нокаутом победу одержал Тофи Бусанин! Азербайджан!